Сегодня, 12 июня, вся страна празднует День России. Этот знаменательный и грандиозный праздник является наиболее особенным для всех граждан, которые болеют за свою страну всей душой. Последние годы для нашей необъятной Родины выдались тяжелыми, но, несмотря на все трудности, Россия твердо стоит на ногах. В этот важный патриотический день в Каспийске прошли праздничные гуляния. Для жителей были организованы тематические площадки и, конечно же, развлекательный масштабный концерт с участием артистов СКФО, военного оркестра 102-й бригады и Каспийской флотилии. Они исполнили патриотические композиции. Изюминкой праздника стали приглашенные гости из Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Астраханской области и Республики Адыгея. Они привезли с собой свои народные танцы и песни. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Разбавили мероприятие воспитанники образовательных учреждений города, юные дарования школы искусств имени Сергея Агабабова, а также приглашенные ансамбли, творческие коллективы и артисты из разных городов республики. Такие как заслуженная артистка Республики Дагестан Шагалай Магомедова, заслуженный артист Республики Дагестан Абдулла Мирзакаримов, хореографический ансамбль «Гордость Дагестана» и многие другие. В этот знаменательный торжественный день жители города также не остались в стороне и изъявили желание поделиться впечатлениями о празднике и поздравить жителей страны с Днем России. Столько коллективов, я смотрю, с разных вот городов нашей страны, с разных республик, приехали сюда, чтобы показать свои умения. И я считаю, выказали свое уважение даже нашему Дагестану за то, что они выступили в такую жару перед нами. Я от души поздравляю жителей нашей страны, жителей нашей республики с таким замечательным праздником. И хочется, чтобы этот праздник стал, как бы, можно сказать, ну я бы так сказала, одним из наиболее важных, потому что Россия – это страна, это наша страна. И мы должны гордиться ею. Я считаю, что у каждого должна быть гордость и патриотизм за нашу Родину. Я рада, что здесь есть концерт. Мне понравилось выступление детей, осетинский танец. Я желаю им мира, добра и радости, успеха. Мне очень понравился этот праздник, как танцуют, как поют. Все очень красиво, пусть почаще организуют такие праздники. Желаю счастья, здоровья, чтобы ходили на такие праздники. Самое главное, чтобы войны не было. Очень нравится праздник. Мы приехали из Хабаровска.